Достоевский. Фёдор Михайлович Достоевский – знаменитый писатель. Он мечтал стать писателем в детстве. С детства любимым писателем Достоевского был Александр Сергеевич Пушкин. Он знал некоторые его стихотворения наизусть. Достоевский считал детство лучшим временем своей жизни. В семье Достоевских было 8 детей. Семья писателя была небогата, но родители дали детям хорошее образование. К сожалению, папу Фёдора Михайловича убили. Мать писателя умерла от туберкулеза. Ему было 16. В 1849 году Достоевского приговорили к смертной казни. Он был против правительства. Но писателю повезло. Казнь отменили. Однако Фёдор Михайлович провел на каторге 4 года. Он был болен. У писателя была эпилепсия. Писатель был дважды женат. Первый раз он женился в 36 лет. Супруги развелись через 7 лет. Интересный факт. Вторая жена Достоевского, Анна, была моложе его на 25 лет. Со второй женой у писателя было 4 ребенка. Достоевский был азартным человеком. Поэтому Анна вела все его финансовые дела. Она очень помогла писателю. Благодаря ей он бросил азартные игры. Фёдор Михайлович отдал всю жизнь литературе. Он всегда что-то писал. Писал он чаще всего ночью. Самая знаменитая книга писателя – «Преступление и наказание». Этот роман дети изучают в школе. Достоевский был религиозным человеком. Это отражено в его книге. Писатель стал знаменитым только после смерти. Ницше считал Достоевского лучшим психологом. Зигмунд Фрейд сравнивал Достоевского с Шекспиром и называл «Братья Карамазовы» величайшим романом в мире. Фёдор Михайлович Достоевский за свою жизнь побывал в Италии, в Австрии, в Англии, в Швейцарии, в Германии и во Франции. Умер Фёдор Михайлович в 1881 году. Диагноз – туберкулез. После смерти писателя его жена больше не вышла замуж. О писателе было снято много фильмов. Произведения Достоевского отражены в балете, опере и театре.